Добрый день, дорогие друзья! Сегодня от души и со всей сердечностью я поздравляю вас с великим Днем Победы. Я желаю вам больших достижений, мира, радости, здоровья и всего самого благополучного. Постоянно помнить этот день, чтить память наших героев, дедов, отцов и воспитывать детей в духе уважения к этому великому дню. Сегодня мы вместе с моим коллегой Александром Анатольевичем Страхом хотим вас вместе поздравить. Александр Анатольевич является экспертом Национальной ассоциации Compliance. Дорогие россияне, в этот светлый праздничный день хотелось бы поздравить вас с великой победой. Это самый важный, самый главный праздник для нашего народа, для нашей страны. Уважаемые ветераны, с глубоким поклоном хотелось бы обратиться к вам и сказать спасибо. Спасибо за мирное небо, спасибо за прекрасную жизнь, которую вы нам подарили. Только благодаря вашему мужеству, вашему героизму мы живем на этой земле. Спасибо! Всех хотелось бы поздравить еще раз с этим прекрасным праздником. Дорогие друзья, я желаю вам чистого неба всегда. Я желаю вам сплоченности, чтобы в любой ситуации мы все чувствовали плечо друг друга. Быть соответствующими нашей культуре, нашей истории, чтить память наших героев и гордиться тем, что мы с вами имеем отношение к великому народу-победителю. С праздником, с Днем Победы!